Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. К границе моего участка приближается пожар. Репортаж с места событий. К границе участка приближается пожар. Почти ничего не видно, но слышно. Вот рыболовы уже с речки едут, судя по всему. Да, рыбалка не удалась. В общем, до пожара остается метров 300-400, и единственное, что разъединяет мой участок с фронтом огня, это речка, которая вот около этого холма, которая, кстати, обмелела. Дай бог, чтобы через нее не перекинулся. Ну вот посмотрите, уважаемые зрители, что бывает от брошенного окурка. От меня до пожара где-то 150 метров. Единственное, что разделяет, это вот эта речка, которая течет внизу. Я уже ощущаю жар и ближе подходить вряд ли буду. Дышать становится все тяжелее. Вот сейчас, судя по всему, столкнутся две стихии: огонь и вода. Вот так вот кто-то бросил окурок из машины в сухое поле. И вот вам результат. Ветер изменился, он пошел в сторону огня, это уже здорово. Вполне возможно, что речка вместе с ветром и остановит этот огонь. До речки остается буквально 1,5–2 метра. Вряд ли здесь можно будет похвастаться хорошим качеством съемки, но зато фактами. Так, с той стороны вроде бы уже пожар речка останавливает, да. Главное, чтобы остановил и здесь. Нельзя, чтобы он перекинулся. На этой стороне речки мой участок. И, кстати, мой дом.
что речка вроде останавливает пожар, это здорово. Но это с этой стороны. А вот с другой стороны снова столб дыма, и, судя по всему, вторая часть пожара снова продвигается к реке. Ну что, слава богу, в этой части фронта огня речка победила. Это здорово. Сейчас посмотрим, что будет вот здесь. Вот отсюда тоже приближается достаточно серьезный фронт огня. Снова идет фронт огня, как видите. Извините за звук. По-другому снять не могу. Просто, чтобы вы понимали, уважаемые зрители, вот фронт огня. А поворачиваемся сюда. Вот видите, бытовочка. Это мой участок. Начало. И здесь всего 250 метров. Она это самое не перейдет, там тоже канал. Вот не дай бог перекинется сейчас. Вот это действительно страшно, стоять перед фронтом такого пожара. От меня сейчас примерно 10-15 метров до фронта пожара. И разделяет в основном только речка. Ну или быстрые ноги. Мне уже очень жарко, и я, наверное, отойду. Ну, я думаю, вы поняли, что пожар это действительно страшно, и во многих областях сгорают дома из-за этого и так далее. Поэтому в следующий раз, уважаемые зрители, если вы кидаете окурок из окна машины или пытаетесь где-то в сухостой разжечь костер или поджечь траву, подумайте об этом несколько раз. С вами был Самогон Саныч, подписывайтесь на канал. Понравилось видео, ставьте лайки, делитесь этим видео. Всего доброго. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застолий.